Фонтаны в Бендерах готовят к запуску. В парке, у кинотеатра и в центре у госадминистрации фонтаны заработают уже в эту пятницу. Сняли сегодня защитный купол из фонтана у ДК Ткаченко. Сам фонтан еще нужно почистить и отремонтировать. В прошлом году при закрытии фонтана обнаружили, что были вырваны скимеры на фонтане, разбиты решетки и все остальное. Поэтому фонтан Ткаченко немножко переносится запуск. Поломанные запчасти заказали за рубежом, их скоро привезут. А запоет фонтан в музыкальном сквере к середине мая.